постскриптум. Это то самое недосказанное, что я, слава Богу, успела досказать. Когда я уйду... Нет! 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 Не мучаюсь и не тревожусь. Лет через 100. Спасибо, дольше! Подольше живите! У меня просто не так все колбасит. Я хочу вызвать сюда на сцену режиссера Тани Булину. Спасибо вам! Артема Овчаренко. Алгоритм. Зря не здесь. Иди сюда. Да, иди. Девочка. Это ее работа. Браво! 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 Я люблю это кино, люблю Аллу Борисовну. Мне кажется, что мы все сделали честно, и теперь просто... Это переходит к вам, и здорово, что мы это сделали. Спасибо! Спасибо! Спасибо, Артем, это было великолепно. Артем Овчаренко! Здравствуйте! Всем, кто участвовал. Анатолий Лопатин здесь сидит. Браво! 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 Дружинин Егор, браво! Всех, конечно, не назовешь. Но вы знаете, это такое счастье, что этот концерт пошел по регионам, пошел по людей, потому что я уже, конечно, не смогла бы этого сделать, не поехать никуда, ничего. И то, что он попал в ваши сердца, то я уже сказала, что больше награды для себя я не желаю. Спасибо. Поэтому это вы, мое сердце. Еще раз хочу сказать, если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то больше награды для себя я и не желаю. Спасибо. Спасибо. И нам еще один концерт. Спасибо. 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 Спасибо, Алла Борисовна. Не мучаясь и не тревожись, быть может, вдохнет кто-то очень. Нет! А может, заплачем мы! Мы так любим! Мы вас любим!